Все наши мечты о счастливом настоящем и будущем могут рухнуть в один миг, если мы не сможем сохранить мир. И хоть со дня Великой Победы прошло уже 70 лет, но мы помним, какой ценой она нам досталась.
туда, где нет войны, где закат рассыпался в заливе, улетают с криком журавли, туда, и я хочу за ними. Туда, где нет войны, улетают с криком журавли. Браво! Эти талантливые юные гимнастки, финалистки всероссийского конкурса талантов «Синяя птица» Дарья Насырова и Виктория Чалкова, воспитанницы цирковой студии «Икар» из Тюмени, руководителем которой Татьяна Лях является. Ну идите сюда еще раз, выйдите, поклонитесь. Где вы? Куда вы убежали так быстро? Девчонки, давай. Вот эти две очаровательные дюймовочки. Дарья Насырова и Виктория Чалкова. Ой. Спасибо. Больше всего хочется пожелать этим юным созданиям, этим девчонкам, наверное, и всем нам, чтобы мы не узнали, что такое ужасы войны, лишение войны. К сожалению, сегодня эта тема настолько актуальна, и хочется, чтобы все об этом помнили, а те, кто забыли, напомнить им об этом. И я думаю, что для того, чтобы не случилось беды, нужно об этом помнить.